На бирже средства защиты растений, ветпрепараты и семена для посева в топе продаж у агропредприятий. По данным Белорусской универсальной товарной биржи, за первое полугодие 2022 общая сумма сделок составила свыше 225 миллионов белорусских рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, закупки средств защиты растений на биржевых торгах увеличились вдвое – семян на 75%, а ветпрепаратов в 2,5 раза. Такой рост обусловлен не только повышенным спросом на агропродукцию, но и стремлением предприятий получить дополнительный экономический эффект от использования биржевого механизма.